Цель нашей экспедиции. Один из вулканов Камчатского полуострова. Наташа, термометр положите сверху, а нам понадобится первый очередь. Простите, профессор. Я вас слушаю. Простите, я вас слушаю. А этот вулкан сейчас того? Что? Ну, извергается? Нет, он сейчас бездействует. Пойдемте, я вам покажу. Запишите, пожалуйста, что мы имеем возможность спуститься в кратер и произвести там научные работы. Сергей Сергеевич, очень туго не набивайте, как бы пробирки не лопнули. Нет, я осторожно, и папа. Сергей Сергеевич, скажите, а вдруг вы спуститесь в кратер, а вулкан начнет извергаться? Возможная вещь. Наташа, нам прибавить? Простите. Да, по три пары простите, человека. Простите, пожалуйста. А какова главная научная задача вашей экспедиции? Ну, выяснить, нет ли в кратере каких-нибудь ценных для нашей промышленности элементов. А именно? Ну, например, сера, солен, бор, хлор, тор и так далее. Простите, как? Сера, солен, бор, хлор, тор. Ясно? Простите, а кто входит в состав вашей экспедиции? Ну, вот, пожалуйста. Геолог Александров. Очень приятно. Одну минуточку. Сейчас, минуточку. Вот так. Хорошо. Вулканолог Вельчура. Приятно. Очень приятно. Так. Вельчура. Очень приятно. Вельчура. Архимик Яковлев. Очень приятно. Одну минуточку. Так. Топограф Соколов. Очень приятно. Наташа, наши родители, секретарь экспедиции. Хорошо. Одну минуточку. Одну минуточку. Так. Хорошо. Одну минуточку. Вот. Ну и я, профессор Мурат. Очень приятно. Одну минуточку. Очень хорошо. Одну минуточку. Одну минуточку. Вот. Пожалуйста. Что такое? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну зачем это, товарищ? Одну минуточку. Одну. До свидания, ребята! До свидания, Наташа! Не забудьте, что завтра утром отплываем. Помню, помню! Простите, профессор, а в котором часу? С каким теплоходом? Нет, 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 никаких проводов, никакого шума, прощайте. Нет, я еще не приду. Подожди. Очень пить хочет. Ну, пойдем ко мне. Димыч, дайте к нам пивка. Очень пить хочет. Так значит, завтра? А на каком теплоходе? Тише, это тайна. Профессор категорически запретил всякие проводы. А мне? Перед прыжком не помогай. Тоже прыгаю сейчас. Ну, одну кружечку можно. Налейте, налейте, Димочка. Ой, да что мне с вами делать? Зря ты это делаешь, Андрей. Чего? За твое скорое возвращение. За твои будущие рекорды. Только смотри, Наташ, там не забудь меня. Знаешь, ребят, глупости ты говоришь. Антонин, давай на старт! Иду. Прости, пожалуйста. Ну вот так тебе хорошо будет. Иди, я тут уже опоздал. Смотри, я прыгаю пятый. Считай, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пятый это я. Пятый. Подожди!
Простите. Пожалуйста. А вы, собственно говоря, какого номера ждете? Пятого. А, Шаталов. Здравствуйте. Здравствуйте. Опять не по форме? Нацепили? Три? Насколько я понимаю, в арифметике три. Четыре. Пятый номер, грубо выражаясь, стрейфил. Прости. Андрей! Андрюш, все же понятно. Чего же ты? Что вам понятно? Что? Ну, такой случай. Ребята все вроде сочувствуют тебе. Что же меня, жалеете? Чуткость проявить хотите? Понимаешь, не надо мне этого. Не надо мне ни сочувствия, ни утешений. Не надо! Оставь меня в покое. Простите, вы, кажется, что-то сказали. Дело в том, что вы ошиблись в своих лучших чувствах. Пятый номер был пустой номер. Я просила оставить меня в покое. Вот сегодня, к примеру, на аэродроме прыгали парашютисты. Четыре прыгнули, а пятый, научно говоря, сдрейфил. Вот вам картина, достойная кисти Айвазовского. Хотел бы я видеть их лицо.
товарищ. У вас спички есть? Нет, я не курящий. А зря ты, парень, на ветру сидишь. Глаза у тебя красные. Простудился, что ли? Да это не ответ. А с чего же? Может, от слез. Мало что бывает, знаешь. Поплачешь, легче станет. Но я плакать-то не умею. А есть с чего? Есть. А ты мне, пожалуйста. Может, поможет. Понимаете? Прыгал я сегодня с самолета и не прыгнул. Я спортом парашютным занимаюсь. Так. А с самолета-то прыгать, верно, страшно, а? Да нет, не страшно. Сколько раз прыгал и не трусил. Ну, а сегодня-то что же? Черт, сам не знаю. В голове затуманилось, закружилось, завертелось и конец. Не прыгнул. А внизу люди стоят, голову задрали, ждут, когда прыгну. Ой, позор. После такого дела, знаешь, на глаза стыдно показаться. Конечно, стыдно. Ты что, летчик? Да нет, я музыец. У нас сейчас каникулы, я вот прыгал. Понимаешь, какое дело? Есть у меня к тебе предложение. Хочешь матросом ко мне на теплоход? А он стоит. Хорош. Поедешь на один рейс, проветришься. А теплоход-то куда идет? Да тут он. Тебе-то не все равно. Да верно, все равно. Да я бы поехал. Thank you.
Я рад, сэр, что вы нашли свое место. Ну, иди, иди сюда, я ж пошутил. Какой странный. Возле океана горы стоят, и одна из этих гор вулкан. В горе вулкане жил был великан, и жил великан. Примите радиограмму хризантема. Хризантема, о чем вы мечтаете? Примите квитанцию. Пион. Пион. Я мечтаю о вас. Примите радиограмму, незабудка.
незабудка. Зачем мечтать, когда я здесь? Примите квитанцию. Лопух. Да, лопух. Я мечтаю, чтобы вас здесь не было. Кокетка. Очаровательная девушка. Я ей посылаю резида. То есть, о ком вы мечтаете? Она мне отвечает: пион, я мечтаю о вас. Тогда я посылаю незабудку. Зачем мечтать, когда я здесь? Ну, она мне отвечает там и так далее. Но предупреждаю вторично, что если кто-нибудь хотя бы посмеет подумать о ней, будет иметь разговор со мной. Понятно? Ты зря тогда расстроился. Подумаешь, с каждым может случиться. В следующий раз прыгнешь. И ты со своим сочувствием. Я не хочу, чтобы меня жалели. Что ты злишься? Что я виновата, кричишь? А раз виноват, так оставьте меня в покое. Не лезьте со своими утешениями. Простите меня, это не тот ли самый пятый номер, который, грубо выражаясь, дрейфил? Хоризонтема. Хоть в сердце яд, но блещет взгляд. Итак, товарищи, мы приближаемся к цели нашей экспедиции. С разрешения товарища капитана приступаем к оформлению группы, которая пойдет на вулкан. Должен предупредить, товарищи, что нам известно только, что вот есть вулкан. А что это за вулкан? Какой характер его извержений? Каков химический состав его лавы, пепла, газов и прочего? И с какими промежутками они выделяются, нам ничего не известно. Экспедиция может наткнуться на ряд совершенно неожиданных явлений. Мы можем оказаться в кратере, например, во время взрыва. Мы можем попасть под обстрел вулканических бомб. Я это говорю к тому, что нам нужны люди смелые, решительные, не теряющие мужества ни при каких обстоятельствах. Ну, конечно. Горы не морское дело. Ну, я так полагаю, наши ребята и на вулкане не растеряются. Правильно я говорю? Не подкачаем? Есть! Разрешите мне пойти с вами? Пишите. Латонин. И меня запишите. Запишите, Саенко. Запишите меня, товарищ. Собственно говоря, меня. Нам больше не нужно. Ну вот и отлично. А в случае необходимости... В случае необходимости мы подкинем в помощь экспедиции нужное количество людей.
Только, Михаил Константинович, вы нас держите все время в курсе вашей работы. Наташа, это на вашей ответственности. Наладьте бесперебойную связь. Есть. Ну, кажется, все в порядке. Как будто все, прошу вас. Благодарю. Спасибо, товарищи. Имею сделать отвод Андрею Латонину. Пожалуйста. Профессор нам объяснил, что на вулкан требуются люди храбрые и крепкие. А между тем Андрей Латонин человек трусливый, о чем хорошо известно и ему, и еще кое-кому из присутствующих. А поэтому считаю Латонина для экспедиции неподходящим. Пусть Латонин сам скажет. Шаталов прав. Я не гожусь. А вместо Латонина пойдет Шаталов. Спасибо, товарищ. Да. Профессор, давайте, все в порядке. В чем задержка? Ну, мировой ученый, давайте. Thank you.
попали в интереснейший момент. Мой молодой друг, вы понимаете, что в науке все элементы, всякая работа почетна и ответственна. Как это ни прискорбно, поверьте мне, я сам очень жалею, но выхода нет. Вот в интересах нашего общего дела, наконец, если хотите в интересах передовой науки, вам придется остаться здесь сверху. Профессор, для науки я готов на все. Очень хорошо. В случае необходимости вы окажете нам помощь. Условьте с радисткой, она будет сигнализировать вам ракеты. Есть. Простите, профессор, у меня к вам вопрос. Прошу вас. Действительно ли мое пребывание наверху есть в интересах передовой науки? Безусловно. Все. Да, горы не морское дело. Ну вот, мы в преисподней. Теряю времени. Зафиксирую нашу работу. Значит, вы, товарищ Александров, беру на себя магнитность и замерение трещин. Совершенно верно. Вы, товарищ Венчура, беру образцы бомб, пепла и лавы. Совершенно верно. Товарищ Яковлев, собираю разгонные газы. И берете на связь мерение температуры. Да. Так. Товарищ Соколов, произвожу зарисовку и ход съемку. Совершенно верно. Ну, а вы занимаетесь по хозяйству. Есть по хозяйству. Ваша задача занимается своим радио. И веду дневник. Совершенно верно. Товарищ Саенко, помогите мне устроить антенну. Есть помочь устроить антенну. Вот сюда вбивайте. Так. Михаил Константинович, я вам тут местечко устроил. Благодарю вас. Константинович. Да? Связь установлена. Хорошо, пишите.
Говорит вулкан. 6:15. Находимся на дне кратера. Приступили к научной работе. Настроение отличное. Привет друзьям. Есть. А ну-ка давай тебя на фоне трещины. Пожалуйста. Михаил Константинович. Да? Говорит Москва, слушайте. Красная площадь. Бой часов с Кремлевской башни. В Москве ночь. А у нас 8 утра. Вот она. Морская дисциплина. Наташ, дай-ка эту колодку. Даю. Руки мы. Руки мыть перед едой. Дай-ка эту колодку. Руки перед едой. Мыть руки перед едой. Есть руки. Быстро, быстро, товарищи! А ну-ка, Заенко, мы потом чего? Мыть руки перед едой, мыть руки перед едой! Заенко, время! Ванюшка, давай! Ванюшка, сюда! Есть почта, поехали! Прошу поздравить, отпусти, ручаюсь, но горячо будет! Правильно. Это бомба! Нам повезло, товарищи! Берегите приборы! Thank you.
не отвечает. Приготовьте машину к полету. Есть. Ракета, берегите! Все наверх! Вершина закрыта дымом. Сначала я ничего не увидел, но спустившись ниже, я разглядел местность у края кратера. Там никого нет. Никого? Никого. Но все-таки сбросили запасные веревки, провиант. Да, груз на всякий случай сбросил. Лыжи там у края кратера. Нужен парашютист, потому что самолету приземлиться негде. Есть у нас парашютист? Одну минуточку. Все свободные от вахты собираются. Хорошо. Проходите, товарищи. Занимайте места. Все. Так вот, товарищи. Есть у нас парашютисты? Я вообще не прыгал, но могу попробовать. Нет, это не годится. Нужен опытный товарищ. Я могу попробовать. Нет, нет. Нет у нас парашютистов? Есть. Я парашютист. Ну вот и отлично. Так вы договоритесь, товарищ Латонин. С рассвета вы летаете. Все свободны, товарищ Рыбаков. Да, горы дело не морское. Возле океана горы стоят. И одна из этих гор Вулкана, не Вулкане жил был великан, и Вулкан. Рост 1000 метров, рост 30 метров, зуб 10 метров, вот каков. Руки 2 тонны, ноги 3 тонны, вес 103 тонны, великан. Надо было пищи много всего, чтобы сытно, сытно накормить его. И сколь дыму была гора Вулкана, Вулкан. 1000 баранов, 1000 фазанов, 1000 сазанов, вот обед. 100 кашалотов, 1000 компотов.
аппетит. Нету великана в давних лет, но остался великан лет. И конь еще храни гора Волга, нету лету на Волга. Все погибли. Один я остался наверху, еле спас. Но вы сбросили запасные канаты? Сбросил. Но они как-то упали, сорвались, упали в кратер. Почему не дождались гидросамолета? Бежал предупредить о катастрофе. Мы и без вас догадались. Пойдете на трое суток под арест за уход с поста. Есть пойти под арест. Отсидите после, сейчас поведете спасательную экспедицию. Есть вести экспедицию. Только приведите себя в приличный вид. Есть привести себя в вид. Thank you.
затонем! Андрей! Берите ее! За мной, товарищ! Ну, давай. Долезешь? Долезу. Михалка, совсем осторожнее. Чего, спасибо. Давай, давай, давай. Нет, давай, нет, идите с профессором, а я пойду с приборами. Хорошо. Андрей внизу. Приветствовать героя нашей экспедиции, товарища Латонина,
Громов аплодисмент! Говорили, что он трус. А он, оказывается, храбрец. И отчаянная голова. По поводу Андрюши Латонина я присоединяюсь, все слова свои беру обратно. Товарищ капитан, а теперь разрешите идти под арест? Почему под арест? Трое суток по совокупности. Может быть, давайте сегодня. Освободите, товарищ капитан, разрешите отсидеть. Посижу, подумаю, это бывает иногда полезно. Ну что ж, подумайте. Только после чая. Я когда был маленький, я очень боялся вулканов. Теперь я их не боюсь, я про них все знаю. Я знаю, что вулкан — это такая печка, вроде как, которой мы испекли этот вулкан. Ну а теперь кушайте его на здоровье. Ура! Oh, no.